что, братва, всем привет! Сегодня ролик очередной по пескострую. Сегодня привезли нам запчасти. Это у нас, друзья, фаркоп. Вот, их два. Цена за все 4000 рублей. Но с учетом того, что еще нужно кое-что подделать, у нас цена 5000. Что нам привезли? Смотрите, я вам сейчас покажу. Да, друзья, вот этот фаркоп нам нужно отпескоструить сегодня. Начинаем мы готовить, запускаем компрессор, запускаем вот этот аппарат пескоструйный и начинаем обрабатывать пескоструем. Сегодня купил песочка, засыпал он в бочечку. Здесь у меня будет песок лежать. Еще не полный, вот, но с учетом того, что... Он стоит 450 рублей, по-моему, 50 килограмм. Я купил сегодня 200. Вот, бочка у нас намного больше, поэтому засыпем потом полностью. Вот, и будем работать. Но, друзья, еще, кстати, во втором гараже, который сейчас делается, скорее всего, я его буду снимать под пескоструйную обработку. Так что второй гараж у меня будет именно для пескоструя. Это нужно будет снова компрессор покупать, ну и так далее. Вот, поэтому я еще вам все расскажу. Ну что, долго разговаривать не будем, приступаем к работе. Сейчас все сниму, покажу до и после. Поехали, братва. Приятного просмотра. Ну что, засыпаем. Друзья, пока засыпаем вот такой штукой. Вот, потому что лопатку я еще не купил специальную. Но пусть будет пока так. Ну ничего, вроде сыпется, все нормально. Так что погнали. Блин, лицо все. Я вспотел весь, блядь, весь грязный. У меня в гараже, блин, 44 градуса. Но надо деталь доделать. Вот они уже покрашены, пескоструены, зачищены. Вот так упаковываем. Хозяин приедет и заберет уже в хорошем состоянии. Вот. Сейчас докрашиваем. Еще последнее осталось. Вот эта пиздюлька. Вот. Сейчас мы ее... быстренько зашкурим, отпескоструем. Ну и также покрасим. И все, в принципе, друзья, упаковываем, приезжают и забирают. Так что поехали смотреть, как получилось. Ну что, друзья, все, ролик на этом заканчивается. Огромное всем спасибо, кто меня смотрит, ставит лайки, подписывается. Все готово, завтра приедет хозяин, заберет. Друзья, если кому-то что-то нужно отпескоструить, можете обращаться ко мне в описании. Там ссылочки есть на ВК, в личку и так далее, на WhatsApp. Вот.
Даже если вы из другого региона, можете прислать деталь, я ее здесь получу, СДЭКи, там деловые линии и так далее, и так далее. Вам все отпескострою, также ролик сниму, вы все посмотрите, увидите. Так что как-то так. Всем спасибо, кто меня смотрел, всем пока.